тебя вот зрительница, там у тебя корона Российской империи, здесь у тебя, значит, вкусный запах, тут у тебя вот подруги, тут все у тебя, все у тебя, все. Встаем и все, и играем, 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 играем. Все, поем. Песни там готовишь вдох, нельзя его готовить, тем более в такой вещи в игровой, понимаешь, здесь должен быть глаз, понимаешь, идет когда пауза, у тебя еще не наступает следующий, ты уже спела фразу и тебе еще рано делать вдох, потому что еще не началась у тебя следующая фраза, ты готовишь, мы уже говорили на эту тему, ты готовишь уже артикуляционный аппарат там все, нет, у тебя в это время, в этой паузе у тебя должен быть глаз. Ты должна потом тыри-тыри, потом ты начинаешь петь. Берешь дыхание спокойно, совершенно перед самой фразой. Перед самой фразой. Вот этой игры немножечко не хватило здесь, вот понимаешь? Вот эти все паузы нужно их сыграть. И еще ты прекрасно работаешь, там у тебя тыри-тыри, у тебя идет на контрасте. Голова и грудь у тебя все идет на контрасте. Все хорошо, ты не должна нисколечко этого дела смущаться. Вот как мы с тобой решили, что мы поем головой, так, моя хорошая, давай будем это петь. Да. Это да. Просто обычно у меня звучит голова, а сегодня она не звучала. Ну, может быть, от погоды, может быть, еще что-то, но будет звучать голова. Может быть, немножечко, ну, маловато дала нагрузочки на диафрагму в этой первой ноточке. Первая ноточка слабо. Я ну, да, ну, немножечко, бывает сочнее, да? Бывает сочнее. Ну и что? Мы распоемся хорошо перед... Мы сегодня без упражнений. Чтобы было чисто. Чисто. Когда поддавливаешь, когда она сочнее, начинаешь завышать эту ноту сразу. Да.
А вот нужна вот эта вот как раз балансировочка нужна. Не будем перепевать, все хорошо. Не будем, все хорошо. Хочешь, я тебе скажу, в каком месте ты готовишь дыхание? Прям скажу, сейчас остановлю на этом месте. Давай, еще разок, с самого начала. Я скажу тебе. Если ты это сделаешь, конечно, может быть, ты не сделаешь. Вначале песни у тебя были. Потом посмотришь на видео. Зато ты перед пикелингом умудрилась облизать опять губы. А здесь, вот понимаешь, а здесь вот что там? Давайте это место. Прям только это место. Ну это ну просто сегодня бывает такое, что не звучишь. Будешь звучать на экзамене, будешь звучать как колокольчик. Ну что-то бывает, бывает такое. Перед пикелингом. Перед этим. Давай. Да это я его так. Давайте вот это место. Тоже. Там же нота. Значит, ты просто ее когда-то допиваешь, когда-то не допиваешь. Там негде. Негде вообще. Негде. Где успевать-то там облизывать? Поняла? Просто нотку, когда допиваешь, не а когда... А когда бросаешь, нечего делать, вот мы и облизываемся. Поняла? Все. Вот и все. А так все хорошо. Нотки эти будут звучать сегодня, значит, вот... Не то у нас в атмосфере что-то. А так молодец. Очень хорошо. Игровая все. И с первой песни справилась. Все замечательно. Очень хорошо. Смотри, как доволен Александр Валерьевич. Спасибо всем. Все, урок окончен. Все.